Приветствую вас, и давайте для начала попробуем определиться, с чем вы хотите разобраться. То есть вы хотите разобраться с тем, почему родители к вам так относятся? И тут надо сказать, что у родителей свой взгляд на мир, свой взгляд на вещи, свой взгляд на то, как все должно быть. И если их по какой-то причине что-то не устраивает вас, то логично предположить, что вряд ли вы можете что-то изменить. Но вы вряд ли можете их переубедить в чем-то, потому что для них вы всего лишь ребенок. И то, что они к вам относятся так, это не ваша проблема. Это их проблема. То, что у них ничего не убрано в квартире. То, что они все время вас попрекают. Они говорят о том, что эти люди несчастны. Несчастны сами по себе. Может быть, несчастны друг с другом. И тогда нужно понять причины этого несчастья. Причины этой неудовлетворенности. Для того, чтобы постараться эту неудовлетворенность у них снять. Если вы поймете, в чем нуждаются ваши родители, чего вам не хватает, и дадите им это, с большей долей вероятности можно сказать, что ситуация немножечко изменится. Потому что счастливый человек не станет выливать негатив на кого бы то ни было. Ибо у него этого негатива просто-напросто не будет. Вам же не следует искать моральной поддержки именно у них, у своих родителей. Вам очень желательно искать ее среди друзей, среди знакомых, может быть, среди личных взаимодействий с партнером и так далее. Но на родителей в этом плане вам лучше не рассчитывать. Потому что до тех пор, пока они не решат свои проблемы, ваши проблемы, ваши чувства, ваши эмоции, ваши желания, к сожалению, никак не будут их волновать. А на этом, наверное, все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду вам очень благодарен.